Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить кексы, или как еще их называют, маффины, из кабачков. Вкусно и полезно! Нежные кексы готовятся просто и быстро. Рецепт, как всегда, под видео. На крупной терке натираю кабачок, можно и цукини. В чашку разбиваю яйца, добавляю по вкусу соль и перец и немного взбиваю венчиком. Пока кабачки еще не дали сок, отправляю их в миску к яичной массе. Мелко нарезаю сладкий перец, можно добавить также грибы или лук. Сыр натираю на крупной терке, подходит любой сыр, который вы любите. И, конечно же, немного свежей зелени. Муку добавляю частями, так легче перемешивать и не образовываются комочки. И еще добавлю немного разрыхлителя. Форму для кексов смазываю сливочным маслом. Можно взять вообще любую форму и запечь как просто одну большую запеканку. Раскладываю тесто по формочкам и буду выпекать в духовке при температуре 200 градусов минут 15-20. Кексики готовы. Румяные, сочные, очень вкусные, а главное полезные. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, «Прошу к столу» и приятного вам аппетита!